Доброе утро, друзья! Сегодня у нас в гостях школа танца Like One, Рони и Катя. Я долго запоминал, кто из них кто. Привет! Да. Всем привет! Вот так. Ну что, сегодня мы будем готовить дэнс-сэндвич. Мы берем домашнюю чиабатту. Она должна быть румяная, она должна быть хрустящая. Прижимаем. Прижимашки. Скажите, пожалуйста, а вы вот танцуете вместе, вы только танцуете вместе или нет? Нет, мы еще занимаемся другими делами, помимо танца. Отлично. Деловыми. Да. И не только. Это семья. Это семья. Давайте, кто круче? Ну что, домашний майонез. Обильно смазываем. Давай. В общем, Рони сказал, что он никогда не готовил. И что сэндвичи в школе делала бабушка. Именно так. Давайте переходим к петрушке. Да, к веселой петрушечке. Но мне кажется, надо зелени побольше. И чтобы она торчала. Чтобы она торчала. Чтобы зелень торчала отовсюду, да? Да. Так, ну печени должно быть нормально, потому что сейчас холодно. Сэндвич должен быть сытным. Переходим к жареному луку, да? Да, супер. Да. Да? Я люблю жареный лучок. Я думаю, что ты любишь жареный лучок и еще одного парня. Вот приходят, говорят, мы хотим научиться танцевать R&B. Отлично, а хип-хопинг? И тюнинг. Да, тюнинг тоже. Мы придумали новое направление танцев для девушек. Мне кажется, что, конечно, по поводу тюнинга мы можем шутить долго. А что такое тюнинг? Это ответвление от R&B-нинга. От R&B-нинга? Да. Просто кусь мяса. Ну да, есть еще лакинг. Лакинг? Да. Отлично, ну что? Как вы относитесь к тату? Я считаю, это круто, но я считаю, если действительно есть что-то близкое для тебя и на всю жизнь важное, то стоит это оставить у себя где-то в укромном местечке. На вас есть тату? Нет. Пока нет, потому что мы еще, наверное, мы не еще определились. В укромном. Ну что, переходим сразу к помидорчикам. Три. Опа. И еще четыре надо. Не-не-не. Люблю помидоры. Ну, окей, тогда тебе четыре. Супер. Ну, а ты наткнулась на Рони где? Это было неожиданно. Я увидела в этом юнце. 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 Увидела этого злостного. С таким выражением лица, когда он танцует. Злостного, агрессивного крампера и поняла, что это то, что мне надо. Это мой крампер. Да. Да? Подумала. Да? Мой мужчина. Закрываем сэндвич. Мы идем продолжать гриливание. Греть наши супер сэндвичи. Ну давай крамп там иди. Давай. Да. Жги. Больше экспрессии. Больше. Ну что, и давайте же вымажемся по-утреннему. О, он теплый, отлично. Поехали. Аппетита. Ну что? Я бы сказал, это очень хорошо. Очень правильно в это время года есть такой сэндвич. Просто офигенный. Они вот вообще разговаривать не могут. Да, а еще бы для профилактики можно чеснока можно туда положить. Слушай, она любит чеснок, ты любишь ее. Как вы эту задачу решаете? В какой последовательности? Ну, нормально все. Он любит чеснок в тебе, я бы так сказал. Ну да. Любовь. Приходите в чашку, ешьте наш супер-супер вкусный сэндвич, и кушайте полезную еду, пейте вкусный кофе и радуйтесь. И танцуйте. Любите друг друга. Ура! Любите и танцуйте. Как здорово.